Добрейшего дня, дорогие друзья! Сегодня у нас поистине звездный, увлекательный состав. Начну отсюда. Джип, вы его видели. Джимник, вы его знаете. Тёма, Артём. Не побоюсь этого слова. Первый раз в этом году самый лучший штурман, которого только можно найти, и это действительно так. Выкатывает мандаринку. Что-то изменилось? Нет. Ну и слава сток, богу. Сток. Бодрый сток. Бортовые редуктора, 35-е колеса, если мне не изменяет память, она мне не изменяет. Все блокировки, карбюраторный двигатель, супер низкая понижайка, там какой-то божий кастом, какой-то космос и так далее. Супер ребята на Ниве, Виталий, Михаил, все в сборе. Эти ребята умеют дать просраться даже вот таким монстрам. С крузаком очень много чего сделали. Перебрали все мосты. Ключевое это теперь там двигатель 1HDT вместо 1HZ турбовый в кустарных условиях, скажем так. Сейчас здесь 1HDT. Toyota турбовая, дизель с завода. А, мотор как у Беки, собственно говоря. Ну и вишенка на торте. Илкин с Black and White Team поедет нас удивлять. Сказал, что у него УАЗик просто божественной проходимости. И я ему верю, но хочу увидеть это живьем. Уверен, что так же, как и вы. А еще у них такие лица, как будто ну, сейчас будет просто дан старт, гонка и все такое. У нас, кстати, первые заморозки. Меня это не сильно расстраивает, потому что до этого было очень много дождей. И под этой легкой изморозью по-любому хранится кладезь бездорожья, грязи, веселья и всего вот этого вот. Спасибо. Сразу начали за здравие. Кстати, у УАЗика очень хороший клиренс. Но хватит ли ему клиренса вот здесь, я что-то не думаю. А он хорош, ребят. Нивас не богат на просвет. А вот, кстати, у Тёмы Руссо на мандаринке есть шанс. Я думаю, здесь проехать. Чероки наконец-то с передней блокировкой, но она как появилась, так и пропала. Выхлопом пережгло трубку. Ну и это все, я думаю. Джимник, увидев это, решил ну его нафиг. У нас на сегодня запланирована масса увеселительных мероприятий. Будет очень много застревашек. Так, смотрим глубину этой лужи. Маршрут этот мне неизвестен. Вообще, он мне известен, но не весь целиком. Это понятно, кто здесь проедет. А вот господин на этой штуке
Not bad, not bad. Дальше там вроде тупичок. Виталик пошел прям по грязи. Поскорее бы уже снег выпал, так хочется. Чистых каточек, без грязи, по пухлячку, красиво. Короче, здесь какое-то время назад на боку лежал КамАЗ 6х6, и, видимо, мы провалились в его дырень. И даже есть ощущение, что назад оно уже не поедет. Офигеть. Ну это вот чисто батя работа. Илкин, не делай этого, это будет твоей ошибкой. С колесами все понятно, а вот гусеницы. А кстати, пофиг. Едут себе и едут. Ну, конечно, лучше сохранять аккуратность на всякий пожарный. Опа, у Илкина проблема с переезжанием бревна. А, ну он его все-таки объехал. Здесь очень интересный вот такой вымытый подъем. Блин, крузак такой большой, что я даже не очень понимаю, как бы встать-то. Космос. Чуть-чуть проворачивались колеса. Сейчас посмотрим, что нам скажет Илкин по этому поводу. Какая-то банка или бутылка всплыла. А Илкин нам вообще ничего не скажет, он просто возьмет и проедет.
Как будто бы прокрутило сцепу, видели? А ведь он хотел всего лишь нас удивить. Попробуй сюда вот. Пока что удивил сам себя. А, там бревно, видимо, которое не совсем дает ему маневрировать там. Все равно не достигнут. Там сейчас живник упадет на Ниву. А он сейчас зароется. Нивас умудрился выехать с чудо-колеи. Но не до конца. Попробуй на второй. Попробуй на второй. Ему, конечно, надо оттуда выбираться. Очень неудачное место он себе нашел. На заднем фоне там у джимника тоже борьбище. Думаешь, перекачаны? Здесь на холостых заехал. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно в дерево. Видимо, вторая передача. Второй ему по этим следам.
так ставит, ну, колеса, ты не снимаешь, и как будто все нормально. Приветствуем запоздавших. Заглушку добавил. Suzuki Escuda, 3 литра турбо от BMW, дизель. И 42-е колеса. Мосты от Nissan Patrol. Ну что, делаем ставочки, как говорится. Немножко добавили, ребята, тюнинга. Теперь Тёма не туда уезжает, конечно. Сюда, ты тоже боялся, что он сейчас колесо оторвет об дерево? Зато потом это. Причем конструкция работает, она не очень ломается. Но да. Каждый раз я на нее смотрю, как в последний раз. Мне все время кажется, что ну, в этот раз уж что-то должно отрыгнуть. Должно еще. А там, видишь, там бревна лежат. Руль туда и назад, и у тебя все получится. Тём. Тут сам факт, что должна машина заехать сама. Миша пошел за подручными средствами. Причем почему-то он уходит дальше в лес. Взял какой-то трухляк. Ты хочешь дорогу починить? Да, дорогу выстроить. Не знаю, поможет, нет? Я удивлен. Там сзади смачное болото, кстати. Пытался клочнуть со второй. А ему уже туда не выехать, походу. Вторая, но не вытягивает. Это третья? А второй просто нет. Да подгазуй, там же карбюратор. Слушай, ну не просто, вообще ни разу не просто. Так, Escuda. Escuda сюда пускай едет. А Escuda не заводится. Ага. Надо было просто чутка остыть. Руслан, а ты не хочешь там? Готовый. Это от чего клапан? Дверь открылся. Начальника. Но вообще вот у этой машины залог успеха на любой вид бездорожья и небольшой вес, и мосты хорошо расставлены, и колеса правильные, и мотор дизельный, но ручная коробка, причем там как-то вот, мне кажется, сцепление не до конца корректно работает, но при этом, я думаю, у нее сейчас все получится. Очень подозрительная лужа, поэтому решил выйти на всякий пожарный.
показал Илкину, что там есть объезд. А прошу обратить внимание, что Илкин без шноркеля. Капец вообще. А вот эти ребята сейчас серьезно утонут. Это самое глубокое место, смотрят мне в глаза, как будто бы ждут моего одобрения, я не знаю. Но брод серьезный. Вот этому малышу сейчас тоже крепко достанется. Вот особенно сейчас. Класс, 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 класс. У Макса что-то очень жутко барахлит цепь. Окна льется. Это кайф. Что-то захотелось какого-нибудь бродика сумасшедшего. Так, очередная лужица. Здесь уже объездки ее нет. Саша первый. Она, судя по всему, абсолютно безобидная. А вот следующее. Дно не твердое. Местами глубоко, местами вот так торчат бревна. Ой-ой-ой. Да, я что-то куда-то начинаю уходить. И мне отсюда не выбраться. Не лебедка, Алкина, просто залебедим тебя. Ну, короче, было весело. Немножко подпромок. Даже лицом немножко попил. Давай, блин, ну как так можно было? Как? Короче, видимо, туда не поедем. Хотя нет, смотри, там кто-то... Ребята решают... Попробуй. Что такого-то пока? А как было так? А где ехать-то? Мне кажется, все равно там везде болото. Ну вот сейчас они вернутся с разведки. Блин, сигареты, все утонуло. Телефон. Санек, я Илкина залебежу задней твоей лебедкой. Я уверен, давай. Что его лучше назад и я лучше... Я говорю, он боится, что его подломает гусянку вниз. А вперед, что не подломает вперед? Вперед. Я или просто... Блин, можно было бы увеличить как-нибудь лицо Илкина? А видео такое. У меня есть стопудовое ощущение, что мы его не достанем. Да. Тем временем не вас там на горизонте пересекает по болоту этот брод. Подоторвало. У меня эта ситуация, то она нормально ехала, да? Пока ты сам не учудил. Но мрак полный, ребят. Прям реально жопа. Ничего не происходит, а мы-то уже долго. Просто мрак, ребят. Я думаю, мы здесь прям навсегда. Мне кажется, тут только спастрак нас спасет. Может,
видите, обстановка очень херовая. Я уже говорил это, но я думаю, что мы сами не справимся, реально. Первый раз. Но это Илкин, он может. А какие основные трудности? Основные трудности в том, что гусянка под бревнами. В общем, крузачок заикарили. Так, господа, у вас есть буквально 5-10 секунд, чтобы угадать, что собирается делать Илкин, потому что следующий кадр, включение, он уже это сделает. Отдай. Мне кажется, ее выше надо было. Да. Че? Плохой вариант. А че погнулось? Ребят. Так, чтобы нам оторвать еще. Илкин, а что за раму? Давай за аморик лучше. Пробовали. Реально? Я бы попробовал взять еще один трос, я могу принести с этой стороны тоже. Будет соответствовать. Стой! Воу! Человек! Говорю бы это, кстати, вас! Я за капот переживаю, он за меня! Чирик нашел! Говорю, вот сюда вы, лебёдки, посетите. Илкин, у вас показалась гусеница. Ага. Давай. Задний подтяни, задний. Сюда надо, подолжить. Есть, но мы тебе не дадим. Еще мне поднять. Еще чуть-чуть приподнять, может быть. Чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть приподнять. Слушай, она хотя бы легко идти стала. Все-таки вот эта лебедка в бок, она дает о себе. Ребят, правая передняя сторона вывесилась. Надо подтянуть, может быть, где-то? Нет, подожди, не получится. Не, еще ближе к себе, Миш. Ну, ладно. Давай еще поднимем. Давай еще поднимем. Follow me. Сань, наложи, пожалуйста, какой-нибудь фильтр на жопу Илкина. А, не отломал, нормально. Просто... Не отломало, а просто гуляет. Рядом второй тоже. Это пыльник, да, по-моему? Да, все нормально. Что-то ходуном ходит. Да. Да нормально. Белки, может, не стоит сюда съезжать? Да, нормально. Попытка номер 9652. И этому тоже считаю. Витары подтянуть? Витару. Стой, витару подтяни. Витару подтяни. Руслан, подтяни чуть-чуть. Одно нажатие. А, стой, дай попробуй. Стой. Я пульт от тебя. Уже Илкин играл. Почему все так хотите с ней поиграть? Не, в бок не надо больше, не надо. Вперед надо. Вперед. Медленно, только если выехал, не газуй дальше.
Нет, нет, не надо Витару. Не-не, вот этой лебедкой, Саньковской. О, уже лучше. Вот он! Не-не, это лебедка. Витар, стой! Вот это я лечу лебедкой. Хайджек, хайджек заело. Немножко. Ослабить вот эту лебедку, ослабь. Пускай вот так он уйдет от него. Вот так оставь. Вот так, оставь, вперед пойдет и поднимет. Виталь, руль держи туда, не крути, а просто его зафиксируй. Да, очень медленно, чуть-чуть, очень медленно. Айджек пошел на лед. Только не газуй, только не газуй. Давай чуть-чуть. Стоп, надо еще посмотреть. Отважный, отважный поступок. Сейчас произойдет. А может и не произойдет. Старается поаккуратничать. И я могу его понять. Но как сказать, все не так уж плохо, как могло бы быть. Слушай, вот ты уплываешь туда, куда не надо. Я понимаю. И я понимаю, что ты понимаешь. А мне тут не наступить. А, так держи за камеру. Не, возьми за ручку, за ручку. А, подожди, всё? Он нашел. Дурацкая ситуация, ни назад, ни вперед. Назад уже точно вернуться неохота. Так, а вот здесь я в прошлый раз зачерпнул с головой. Поэтому туда я больше не пойду уже. Сейчас гряда бревен начнется. Где ты идешь аккуратнее. Сэр. Ой. Да было бы за что. Вы забыли коня. Вы забыли коня. Так, ну мы проехали пару метров. Только на дорогу мы все еще не забрались. Вперед, трос порвал.
Не-не, там упирается, там же в гусеницу выворачивает. Народ, короче, уже расчехлил все сантраки, что были, уже 4 сантрака. Половина утоплена, возможно, даже безвозвратно. Но главное, Михаил не унывает. Так, ну что, погнали. 2 хайджека, 4 сантрака, 25 людей, 0 людей. Илкин, осторожно, хайджек! Теперь сантрак, может, туда надо, наоборот, положить. А кто под машину полезет? Вот, чтобы он уже в булку вытянул. Один сантрак уже достали. Прям под ногой. Оп. Да, да хуй его там, видите? Его оттуда не. Еще раз ногой. Виталь, да ты его так не найдешь. Головой посмотри. Ныряй, ныряй, да. Билеты, тепло. Не, он-то здесь, вот он. Его назад, нет. Не, вот это лебедка. Я понимаю, у него вот это. Там Илкин сказал хана кузову, но я не могу туда пройти. Давай подтянем. Подожди, стой, вот это лебедка. Хоть под разгрузку. Давай, Макс, чуть-чуть лебедку. Еще. Еще. Давай, давай, еще. Еще. Еще чуть-чуть. Давай подъедем. Еще чуть-чуть, давай, он отъезжает. Вот. Стой, стой. Да, поднять. О, теперь у нас есть якорь. А с этой стороны же картина. Я просто не ожидал. Сам то, ой, еще и уголок кузова замяло неприятнейшим образом. А почему не в Аводе? Хайджеч, а туазик. Интересно. Вот это бревно. Гусеница пошла потихой. Хорош! Не-не-не! Это бревно! Подпереднее подложу, хорошо! Потяни тут чуть-чуть лебедку, чуток! Не достану! Стой, стой! Она еще туда подкинула! Совсем чуть-чуть! Давай, давай, давай! Еще разок! Михан, иди! Что большой? С такой высоты давай, я долго буду падать, да? Стой, стой, стой! Надо поднять выше бревна! Песос, ребят. Стой, 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 Илкин, люди работают. Да. Еще чуть-чуть осталось. Так, а кто там по переднему? Ты на нем стоишь. А? А? Не-не, Илкин, 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 Илкин. Стой, стой, Виталий, аккуратно. Давай, идет. О! Как дома! Обратно. Давай. Сейчас выпадет хайджек. Все, и вот опять сюда не упал. А там морда начинает уходить под бревно. Стой. Дайте сантрак и все. Вот это, выдерни. Не, дай лучше я буду здесь. Дай вот этот, ковыряй. Можно там что есть заехать? Стой, нет, нет, все, стой. Назад. Давай чуть-чуть. Стой, стой, крузак прилетит. О! Давай, вперед. Илкин в крузак прилетит, хайджек. Стой. Стоп! Я думаю, убрать можно, хайджек. Назуй чуть-чуть. Стой! Хайджек, убирай. Сейчас опять пойдет. Сейчас все уберем, реально газ палас. Да, готово. Что выйдет, то выйдет, да? Право, право. В районе Выборгского шоссе я остановлюсь. Что? Тонуло. Всего лишь куда-то. Давай, давай, поехали. Давай, все. Хорош! А вы спас трак, вон сами все сделали. Просто 3 часа с небольшим. 25 мятых сентраков, 3 хайджека, и один человек до сих пор под водой. Ремонт, который упирал в супер, не давал выйти.
днище. Давай, Михан! Смотри, как мы ровненькие, сократили, а! Кому спасибо? Ребятам всем спасибо. Всем, ребят, спасибо. Мы поехали дальше, наконец-то. Всего лишь встречать.